Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мураков Ильдар. Я руководитель архитектурной группы «Неостиль». И сегодня я бы хотел провести экскурсию по нашему офису и рассказать полностью, как строятся все бизнес-процессы, как мы работаем и как мы выполняем проекты. Свою компанию мы основали в 2008 году, и за эти годы мы достигли больших успехов. Компания уже выросла до 30 человек и выполнено на данный момент уже более 500 проектов. В нашей компании есть 4 основных направления, по которым мы работаем. Первое – это дизайн интерьера, второе – это архитектурное проектирование, третье – это строительство и ремонт, четвертое – это ландшафтный дизайн. Давайте совершим с вами вместе экскурсию по нашему офису. Я расскажу, над какими проектами сейчас работают ребята, как выглядит наш офис, и я думаю, для вас это будет очень интересно. Сейчас мы находимся в большом open space нашей компании. Я вам расскажу, кто у нас работает. Это архитекторы, дизайнеры, техники-архитекторы и отдел комплектации. Давайте подойдем сейчас к нашим архитекторам и поинтересуемся, чем они занимаются. В этой зоне офиса у нас отдел архитектуры, и давайте познакомлю с нашим главным архитектором, его зовут Константин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы занимаемся проектированием большого жилого комплекса, состоящего из двух трехподъездных жилых домов, 12-этажных, расположенных по улице Чингиза Айтматова. Этот проект мы делаем силами нашей команды, состоящей из 10 архитекторов. Все архитекторы имеют за плечами большой опыт работы. Этот проект обещает быть неповторимым и не имеет аналогов в Кыргызстане. Помимо больших жилых комплексов, наша команда делает малую архитектуру, частные дома, небольшие проекты жилых домов, малоэтажности, крупноэтажности. Помимо больших жилых комплексов, наша команда способна выполнить жилые дома малоэтажности, частную архитектуру, сделать комплексы курортного направления, пансионаты и другие архитектурные объекты. Для нас нет ограничений в проектировании. Мы делаем любую архитектуру на высшем уровне. В этой зоне у нас находится дизайнерский отдел, где ребята трудятся над проектированием дизайна квартир, домов, каких-то коммерческих проектов. Сейчас мы можем подойти и посмотреть, над какими проектами в данный момент они работают. Наши ребята все имеют большой опыт работы, настоящие профессионалы своего дела. Все проекты выполняются в срок и надлежащем качестве. В нашем офисе есть большая переговорная комната, где мы можем вести переговоры с нашими потенциальными заказчиками, утверждать проекты, показывать наше портфолио. В данном случае у нас висит большой монитор, где мы можем демонстрировать наше портфолио, согласовывать с заказчиками, обсуждать его. Здесь расположен большой стол на 8 человек, где помещается вся компания и присутствует ведущий дизайнер, техник-архитектор, визуализатор принимает участие. Здесь еще расположен большой стеллаж, где расположены образцы материалов, где мы можем нашим заказчикам наглядно продемонстрировать, как они будут выглядеть в проекте. Сейчас мы находимся возле нашей комбан-доски, где каждое утро у нас проходят совещания, планерки, где мы с сотрудниками можем синхронизироваться по каким-то проектам, выставить сроки и обсудить, возможно, текущие проблемы, которые нужно решить именно сейчас. –
Наша компания работает от современного минимализма до классических интерьеров. В каждом дизайн-проекте мы прорабатываем детально-планировочное решение, подбираем палитру цветов, чтобы все гармонировало в едином пространстве интерьера. Огромное значение уделяем бюджету заказчика, чтобы не выйти за рамки сметы и сэкономить на отделочных материалах. Реализацию своего ремонта вы можете доверить нашей компании, не беспокоясь о качестве и сроках. Для удобства наших клиентов мы открыли собственный шоу-рум с отделочными материалами, где представлены наши партнеры. Освещение Мегалайт, компания Стеклолюкс, шторы Уютный дом, салон отделочных материалов Премьера и декоративные штукатурки Декораза. С нами каждый клиент получит наилучшее качество по выгодной цене. С вами был Мураков Ильдар и команда Neo Steel. Доверься профессионалам!